Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировский бизнес ждет от нового губернатора неизменных правил игры. Об этом в эфире нашей радиостанции сказал президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко. Имея в виду налоговые начисления, взаимоотношения с контролирующими органами и властью, стабильность политики в отношении бизнеса и его поддержки, возможность пользоваться заемными средствами и так далее. Ожидания, собственно говоря, достаточно неизменные. Я не думаю, что они носят там какой-то, ну, прям гипертрофированный характер. Очень хотелось бы, чтобы были, ну, реализованы те вещи, которые необходимы для развития предпринимательства. В первую очередь, это стабильность в условиях ведения бизнеса. Отсутствие изменения правил игры там каждые там полгода или квартал. Пусть нам скажут, что мы работаем по таким-то правилам там ближайшие 3 года. А если что-то и меняется, то это изменится там через год. Вот вам время на то, чтобы адаптироваться. Также Усенко отмечает, что кировский бизнес еще не до конца ощутил на себе последствия санкций. Наиболее сложной ситуация станет во второй половине года. Тогда бизнес будет ждать от нового руководства региона реальной поддержки. Программа «Экономика». 6 кировских фермеров получили грант на развитие бизнеса. Новое производство появится в Слободском, Малмышском, Омутнинском, Яранском, Санчурском и Уржумском районах. Так, фермеры из Яранска планируют выкупить 2 здания бывшего молочного комбината и производить там овсяную и ржаную муку, а позднее начать выпекать овсяное печенье из собственного сырья. В Слободском районе будет построено тепличное хозяйство. Местный фермер планирует выращивать огурцы, помидоры, перец, клубнику. А в Омутнинском районе, например, появится птицеферма. Все авторы проектов смогли победить в грантовом конкурсе в рамках нацпроекта и получат суммы до 3 миллионов рублей на открытие и развитие бизнеса. Выиграть подобные гранты смогут еще 5 фермеров из нашего региона. Конкурс объявили на днях, он продлится до 27 мая. Экономика на 101 FM. В Кирове за 200 тысяч продают магазин эко-косметики. На продажу выставлена точка, расположенная в торговом центре «Микс» на Ленина, 169. Сообщается, что магазин занимается продажей экологичной косметики российских брендов. Получить за сделку владелец хочет 200 тысяч рублей. Причиной продажи называет необходимость развивать другое направление бизнеса и нехватку времени. Экономика. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.